Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого и продолжение партии за Персию в FFA на 10 человек, Sid Meier's Civilization 6. И если вы случайно наткнулись на это видео, то переходите к первой серии, ссылка в прикрепленном комментарии на весь плейлист. Там же есть все серии, которые могут увидеть спонсоры канала уже. Спасибо большое вам за поддержку. И всем вам приятного продолжения просмотра. Так, а надо ли мне эти юниты на самом деле? Я бы тут поменял на содержание. Так, а что, я два рынка еще не построил до сих пор? Странно. Так, ну тут в любом случае торговца. А, здесь камень. Тут тоже рынок. Следующим ходом надо будет гильдии переключить. Это я его в город, если что, лучника отправлял, если чтобы ты понимал просто. А откуда он бежал-то? Он, а вот с соседней клетки, вот слева от него клетки. Да, блин. Ну, пролагнуло. Чё за лаги? Пойдем туда. Массированное наступление на варваров. Так, где тут еще цивилизация, блин? Нет, никуда не отправляю послов. Блин, мне нужен этот Магнус в балке, чтобы вот это все повырубать нафиг. И камень там повырубать. А что-то не это. Ну, в гильдиях дадут, да? Ну, он еще 5 ходов будет ехать пока. Знаешь, что самое крутое? Что ты уничтожил мне правительственную площадь? Нет, что пока я штурмовал твой Руан, не было ни одного наводнения. Форка, подойди, пожалуйста, на меточку. Я потому что если бы было бы наводнение, это было бы... Так, рабочего тут купить. Ага. Ну да, кстати. На. Еще другой цель, чтобы как-то поторговать. У меня, видите, табак и мед есть на торговлю. Еще третий табак должен быть. А так, у меня еще янтарь из. Так, а можно вообще искать ресурсы роскоши? Редкий ресурс, вот это, наверное, да? Так, табак, оливки у нас имеются. Да. Оливки, мед. Нефрит. Нефрит обработан? Да, нефрит обработан. Это тоже, кстати, предприятие. Так-то. Урожай на всю одной клетке повысил этот ураган. Ну да, мне только янтарь еще из необработанных требуется. В общем, то. О, господи, что происходит? Что, не успеваешь грузиться, что ли? Ну да, я вообще ничего сделать не мог, если честно. Блин, ну тогда это, сорян. Я сейчас уберу рис тут. Это точно. Так, гильдии откладываем. Наверное, военную подготовку откроем. Вряд ли я. Или морскую традицию давайте пока пооткрываю. Так. Угу. Там еще и руинки имеются. Кайф. Есть подозрение, что это еще, давайте я сюда поплыву. О, Хиарин Мару, здорово. Привет, Алексей. А где мы увиделись? Предложение. Я приплыл к твоему городу. Может, на этом остановимся? Черт с ним, с Руаном. То есть ацтек воюет с французом, очевидно. Ух ты.
Какие-то метки для вырубки, что? Очко, какое у тебя тут чудо приятное. Да, пацанское такое. А как же Ла-Рошель? Ты его хочешь? А там еще или мне, может, в тушпе лучше с производственной... Сейчас посмотрим, сколько она будет давать. Я могу и гавань. Но мне кажется, для перса все-таки важнее караваны наделать, тем более, что у меня еще наука идет с них. Да, 13-8. Вот вам и война постоянная. Все неудачно как-то. Ну, коня не должны убить. Алексей, ты не против, если я религию на тебя свою распространю? Так, а что там у тебя? Золотишко. Бля, а так в ней ничего нету для меня приятного. Ну да. Чё ты... А какой ты хочешь еще верование принимать? Я не буду агрессивно принимать. Нет, я понимаю. Ты возьмешь что-нибудь такое, чтобы мне было нужно? Ну, если там что-то останется, в принципе. Все, походу. Походу, мне до свидания. Знаешь, надо подучиться воевать. Там, если я успею, я культурку приму. Когда ты вывел мечника, я вообще не верил. И Иренмару еще предложение. Так, смотрим, что с промышленной. Три. Три. Давай за пятнашку. Семь. Нет, я не буду спонсировать войну. Нет, просто, ну, я же не знаю, где ты. Зачем мне твои открытые границы? Ты, я так понимаю... Нет, я... Да, ну ладно, не давай. Мне как бы пофиг, честно говоря. Я не буду платить деньги, у меня 86 монет так-то. Мне жалко. У меня тоже было. А ты воюешь там. Пятнашка, вот вообще не это. Так, здесь я хочу делать, да, фабрику. Что решим по поводу религии? Ну, мне не нужна твоя религия, она мне ничего не дает. Обида. Священные места я не буду ставить. Ну, то есть... Майтел на счет? Да, без смысла. Уже нету смысла. Так, слушайте, я Магнуса-то... А, блин, мне второй рынок. Сейчас я открою Магнуса, да. Магнус поехал в Балх. Так, в Балхе можно подумать что-нибудь по поводу... чуда какого-нибудь. Тут, чтобы много вырубать, еще камень есть. Плюс... Но я смотрю, тут нечего. Чеченица точно нет. Ападана, Фарусский маяк, пирамиды, Петра. Короче, все нет. Жаль. Так. В Пасаргадах. Давайте промышленную зону сначала. Что, нет, давайте акведук сначала. Не понимаю, как ты упал быстрее просто меня. Я два города сделал просто на то, чтобы клепать эти солдатики. У меня раз, два, три, четыре города клепали солдатов. А, ну может поэтому. Все же я расстроен. Не такого я ожидал. Блин, Черини опять улетает. Ну что ж такое-то? Обидеть ему войну. Эй, ну это... Че? Он написал в сторону, в науке меньше стать. Ну пройти? Серьезно? То есть тебе не жалко галеру, но жалко пятнашку? Да ты ее не убьешь. Ты убежишь, да? Ну смотри, вот что ты... Ты мне сейчас нанес сколько урона?
18. Ну, следующим ходом, даже если я не успею выбирать еще 18, что? Ну, в общем-то говоря, аргумент. Перс, предложение. Ну, я не успел уже. Ну, следующим ходом. А у тебя тут... А, у тебя тут рыбацкие суда. Так мне можно даже не убегать. Я могу просто лечиться об рыбацкие суда. Ну, вот, собственно, и все. Я даже особо так не погрызаюсь, наверное. Ладно, окей, давай. Ты не грабишь рыбацкие суда, я не стреляю. Да не, можешь стрелять, чё? Не, ну чё ты начинаешь? Нормально же общались. Да нет, как-то было там дай пятнашку, вот это. Гоп-стоп, а тут оказалось, что я могу... Какой гоп-стоп, алло? Не было гоп-стопа. А, я думал, Ла-Рошель уже пал. Нет. Слушайте, а надо ли мне второй? Наверное, давайте нет, не будем. Понял. Всякий случай поддержим там. Ладно, не будем грабить. Более. Нет, посмотрим, как он не будет обстреливать. Ну... разведчика, да, вау, слушайте, я бы тут город поставил, честно говоря. Монблан. А, то есть там француз где-то, видимо. Молочко предложение. Так, есть рынок, торговец. У вас у всех так много места. Много? Ну, у моих соседей. Я просто прям посередине, в перешейте своего континента. Вот представьте песочные часы, и та область, где песок пересыпается, узкая такая, вот там я живу. Да, вот это там явно... выше и ниже мои соседи. Это от француза. Ну, можно было можно где-нибудь сказать, тут поставить город. Я в таком же положении. Но с другой стороны, слушайте, ну тут типа ради только этого кампуса на плюс 3, вот да? У меня 7 клеток ширина континента, а ниже там клеток 20-30. Тут, кстати, прохода нету. Хм. Интересно. Ну, выше я даже не открыл. Так, никуда пока ничего не отправляю. Стоим тут. Может, мир? Ну, пожалей, дай поиграть, дай домики построить. Да, смысл тебе мир заключить, конечно. А, блин, тут и болото, и рис, господи. Да, там дофига всего. Так, лучника мы тут оставляем, а вот скаутом поедем, наверное, сюда высадимся. Забавно у тебя, знаешь, этот полководец Чак-Чак. В смысле? Ты про имя, что ли? Но. Блин, обидус, красивый город. Татарский он какой-то. Не знаю. Северный ледовитый какой-то и не северный, и не ледовитый.
есть акведук, теперь можно и промышленную построить. Ну, смысл мне ему 15 было платить, если у меня тут требуется куча всего строить. Я даже вроде как успел везде производство поставить, зашибись. Так, сколько стоит посел 700? Да, это... Ну, я хочу еще этот город тут поставить и успокоиться. Конечно. Так, этот сюда идет, этот сюда идет. И... В общем, наверное, надо выкупать клетку... Ага, блин, у меня с два хода Магнус пока приезжает. Тогда давайте амбар. Ждем. Ждем прибытия Магнуса. Кони вырубаем без него. Ну, тут не высадится. Блин, ставить тут город, не ставить. А, вон француз. Тоже есть рынок. Что с кампусом? Все плюс один. Кайф, что с промышленной зоной? Есть плюс два, значит, соответственно, сюда надо акведук. Подожди, чувак, ты сказал... Не грабить, и ты меня не обстреливаешь. Ты нормальный? Ну окей. Смотри, у меня еще галера есть. Вот так вот верь людям, как всегда. Значит, сюда акведук. Сюда промышленную. Чтоб, соответственно, рабочего. Ух, не успел выбрать. Может поставить, кстати, на апгрейд юнитов. А где ремесленники у нас? Тут я просто отступлю. Так, ясно. Все ясно. Будем ломать тут ему все. Удачи. Он решил зачем-то эскалировать конфликт. Так. Ну, он, естественно, отстает по науке, то есть он вряд ли где-то там в каравеллы выйдет. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Так, ждем тут один ход. А, мне тут где-то производство надо сделать. А я что, отменил или принял? Я принял, принял. Тут давайте. Меня выкинуло за границу. А Ла-Рошель тоже поставил? Так, стоим, да, тоже один ход. Здесь маяк. В смысле?
Давайте, да, наверное, оборонительную тактику уже откроем, а тут... Увидела, Ла-Рошель что-то а не там оно автоматом. Поставим уже античную республику. Не, я просто саму эту строчку так увидел. Я такой, два влияния. Такой... торговую конфедерацию, пожалуй. Теперь у тебя есть религия, поздравляю. И центр коммерции поставлю. Блин, так и гавань можно поставить. Ладно, давайте уберем. Да, Ла-Рошель. Так, сделаем. Ох, нифига себе. Там еще и крестовый. Да. Есть. Храм Махабодхи кто-то. Что там, крестовый это француз, что ли? Так, буддизм. Может, рано я замирился. А буддизм учеление, да? Я крестовый взял, чтобы, знаешь, просто чтобы тебя проще было мне снести. Я думал, ну все, как бы. Нет. Буддизм у кого там, ребята, учили? Нет. Это у форка. Ты получаешь только... Там выглядит очень мощно. Буддизм-то. Подожди, в смысле не так? В пределах иностранных граждан. Подожду, когда он обстреляет, тогда так, ограблю. Но... Так, пожалуй, ты получаешь пингалу. Бафа от этой штуки. Если бы я был, например, так, Конго, вот теперь... да, я бы тоже получал. Значит... Понял. Так, вырубаем. Ставим кампус. Вырубаем. Теперь можно даже библиотеку поставить. Хотя что, кстати, с акведуком? Сюда. А, театралку я не могу. Театралку не могу. Давайте библиотеку. Пускай. Ну нет смысла соседство кампуса ставить пока. Потому что у меня один кампус просто. Дарвилл, где там это рабочий стоит? Ты не хочешь скот этот срубить? И у нас тогда будет ферма-тройка. Ферма-тройка? Ну, даже не тройка. Подожди, она будет? Да, будет. Это работает у соседей. А, слушай, ну давай, да. Так, где у нас могут быть каравеллы? А вот они. Я тогда и лес. Ну, слушаю. Делать надо... Так пойдем. Просто делаем сейчас... Может, ты тоже тогда лес? Галеры. Я все ферму застрою по границе. Каравеллы. Да, да, хорошо. И все. Так, вот Занзибар бы, кстати, я отправил послов, только надо первый посол поставить. Сейчас я поставлю еще на плюс 100% к производству галер. Я там просто постою пока, позакрываю ему проход. Он может мою галерку побить радостно. Так, ну тут нужна уже правительственная площадь, конечно, сюда. Рабочих тут нету, да? Строитель-торговец, пока так. Давайте торговца. Как раз из Гардиана я отправлю. Ну, уберу пока эту. Мне нужно... морских юнитов. Так, в Тушпе гавань. Не, ну тут надо маяк. Слушай, Форка, у тебя нет в Агбатане миссионера какого-нибудь? Мне бы в столицу. Галеру. Немножко твоей веры. В Сузах. Галеру. Нет. Тушпе. Не, давайте все-таки, наверное, галеру тоже.
Но я бы заплатил. Все тут вырубаем, так только смотрим, что оно к Балху относится. Видите, не относится. Давай через пару ходов. Окей. Теперь вырубка. Возвращаем в Гордиан. Не, ну университет рано. Давайте еще строителя, наверное, сделаем. Не хочу пока обрабатывать. Табак я тут тоже сделаю. А что они так быстро бегают? Эх, не успел. Переуспел. Успел, похоже. Так, сколько у меня тут? 26. Мне, наверное, мне надо отходить потихоньку. Ну, то есть, чтобы как можно дольше он убивал мою галеру. А мне там 4 хода до... Так, это к Балху относится. Вырубаем. Идем сюда. Так, стоит ли мне акведук тут делать? Универ, водяная мельница. Ну, давайте, наверное... Блин, ну, этот... Будет после... Может, все-таки в эту сторону тогда? Там извержение. Давайте, наверное, сюда сделаю, действительно. Акведук. Так, здесь идет акведук. Мы сюда промышленную зону. Не знаю, зачем ацтек в бутылку полез. У меня, кстати, больше перемещения за счет внезапной войны. То есть он даже не может сейчас догнать меня. Так... Пока ничего не меняем. Флот собираем тут. Давайте, может, еще. Галера, два хода. О, два арбалетчика. Интересно. Так, это будет 4, да? Тут, наверное... В СУЗах пока отменим. Тут я бы маяк доделал. О, точнее, технология. Ошибся. Так, СУЗы парса не бегает, да? Давайте из парса отправим. Блин, и монархию хочется открыть. Феодализм. Давайте феодализм, кстати. Или нет? Нет, давайте монархию пока. Феодализма больше в принципе не будет в игре. Ему тупо неоткуда будет браться. Так. А это мы... Берем монархию. Я бы пока не брал, честно говоря. Так, 10 ходов. Мне античная республика как-то больше нравится. Так, 10 жителей и ставим правительственную площадь. Так, кого я встретил? Искатель истины, здорово, нашел ее, нет? Что-то меня все игнорируют.
strange women lying in ponds, distributing swords, is no basis for a system of government. You can't expect to wield... Так, два хода у меня до каравел. Один ход пока пойдет. Мне надо что-то два хода... пооткрывать. Ну, как раз средневековые ярмарки. Кайф. А кто ушел? Не знаю, кто-то ушел. Искатель истины. Ну, кто-то вернулся. Искатель истины. Забагался. Ну, слушай, никого не слышно. Так, два хода, один ход. Ну, четыре. Каравеллы хватит ли? Давайте вот так сделаем. Пять. Я думаю, пять. Еще это сейчас приедет. Шесть. Пойдем наказывать ацтека за дерзость. Странно, католичество осталось, а священного города нет. Осталось? Ну, в списке основанных. Повет молчал. А, да, об этом. Так тут француз вроде нормально стоит. Я думал, тут его прям забрали уже, забрали. Помирились. Он в Париже поставил стены и там дальше стал сложно. Так, это к Балху. Мы помирились. 5. Есть акведук. Возвращаем Гордиану. Так, тут 5 ходов до следующего района. Ну, давайте, наверное, воткнуть туда строителей. Ну, я только... Так, один ход мы сейчас отложим. Открытие каравел. Давайте военную инженерию. О, Норвегия. Блин, Александр, у твоей цивилизации такой этот необычный так, цвет. Там блокировано чем-то. Да чё ж там торговать там нечем? Вот на пшеничке можно, либо на кукурузке. Бред. Да, я тоже не понимаю, чем там занято место, но чем-то занято. Ну, приведем поселенцев, посмотрим. Привет. Привет, Олег. Опять мне все поломало. Ну, это прикол. Просто опять та же песчаная буря, я так понимаю. Или что? Засуха просто. Просто засуха опять мне ломает тут все мои классные клетки. Почему это засуха тут происходит? Я даже не вырубал ничего. Блин. Так, а что тут? Блин. Тут надо этот поставить. Маяк делаться. А, нет. Я думал, это норвежец. Так, ну Магнус мне точно не нужен. Так, теперь открываем таки картографию. Тут меняем на... где тут скидка в ресурсах, скидка в стоимости. Так, из Гордиана бегает. Давайте, наверное, из Сузы.
Я так быстро бегаю за счет того, что я внезапную войну ацтеку объявил. Воин твой пришел, он просто разведывает. Ты меня спрашиваешь? Да. Так ты ж мне корабли поубивал зачем-то. Ты думаешь, тебя месть не настигнет? Поскачем туда. Злой ты, злопан. Ну не знаю, мне казалось, мы договорились, а ты зачем-то взял и убил меня. Слышь, ты не услышал, ты что, не увидел, что я тебя ничего не грабил? То есть я поплыл дальше, тебя ничего не грабил. А смысл было тебя грабить, рыбу? А, то есть ты так решил, что у меня нету смысла грабить, я просто поплыл, поэтому давай убьем кораблик, да? Блин, как жалко, вот это опять все поломалось. Нормально, торговые пути плюс к золоту. Так, я тут явно даже двоих могу назначить. Давайте Лян какой-нибудь приморский. Давайте в Рей, кстати. Тут она будет неплохо сидеть. А Рей, ну Рейну тоже надо в приморский для соседства. У кого тут повыше? Три, три, два, два. Ну, наверное, тогда в Тушпу. Потому что тут и так уже есть жилье. Предложение. Понимаете? Вообще контрфорс бы надо открыть. Давайте лучше контрфорс. Египет предложение. Так, тут нужен строитель. Хочу посмотреть, как тут кампус будет. Пока плюс 2, да? Ну, тогда давайте зал для приемов. Мед надо обработать. Блин, мне в Рейна хоть какое-то производство, наверное. Давайте вот этот... Это вот так передадим. А вот около Гран-Лье тут два города, видимо, стояло, да? Или что тут, эти два кружочка? Да, там стоял город, а ниже стоял этот... И чей это был город, французский? Да, он у меня отваливался по лояльности, я его разрушил, плюс он тут был священный с католицизмом, с защитником веры, поэтому я решил, что... Не, он не защитник веры. Ой, был. С крестом. Да-да-да. Ну, не повезло, не протонуло. Я понял. Алексей, ты сейчас приплывешь и заберешь мои города? Ну, знаешь, у Достоевского преступление и наказание. А можно я тогда сразу пойду спать?
Алексей, а можно было раньше это начать делать? Челини, посмотри предложение. Ну, я этого не делал, пока Ацтек зачем-то мне кораблик не убил. Ну, я в нем с ним в мире теперь. Я, может, а если вот попадался. Так, компенсация? Какая? Ну, я тебе кинул. А что, разве галера 125 стоит при покупке? Да и 88 еще забрал с этого. Галера 125 стоит. Плюс ты 88 забрал с... Вот так давай. Ну ладно. Так, значит, у нас есть теперь флот, который надо куда-то использовать. Давайте я на автомат, пожалуй, разведчика, потому что я уже просто не успеваю. Хотя, блин, это была возможность... Блин, надо в Занзибар. Была возможность пойти спать, да? Ну да. Как бы ты приехал бы на каравеллах, снял бы мои города. Ну, со Скопоцалька ты, может быть, еще бы потужился, потому что там все-таки стены стоят. Но... Стольно у меня падало. Блин, чё это? Ну, мне нету смысла, как бы... Я просто хотел поплыть, наказать Ацтека, но в плане мне для развития это фигово, потому что я просто эти города удержать не могу. И всё, то есть это в некотором смысле бессмысленно. Ну, поплаваю пока, поразведываю зато. О, вон какие-то ГГшки есть. Так, полечимся. Так, из Суз, из Парса бегает, из Рея, из Герата, да, осталось, в общем-то, из Герата и из Экбатаны. А, Экбатаны бегает. А, Руан захвачен. Так, вот у нас есть теперь. Так, мне нужно в массовое производство, точно. Можно дамбу строить. Я бы в Пасаргад... Блин. Но мы все равно будем дамбу. Видимо, вместо... Теперь придется вместо камня ставить промышленную зону. Так, тут давайте строителя. Три. Так, а акведук у нас где-нибудь возможен? Здесь только, да? Ну, видимо, без акведука просто промышленную зону. Причем вот сюда давайте. Тут еще какой-нибудь... хотя что туда? Туда ничего уже не влезет никакой. Ладно, все равно сюда. Ух ты, успел даже всем походить. Мавзолей в Геликарнасе кто-то сделал. Ну, я бы в темный век попытался. Сколько у нас ходов до нормального... Ой, две эпохи, блин, мне может никого не находить? Так, вот это ГГшка. Судя по всему, религиозная. Да, кстати, из лагеря. А нет, не религиозно, ведь она из лагеря превратилась, поэтому белого цвета. Блин. Дарвилла встретил.
Здравствуй, Алексей. Здорово. Здорово, предложение. Так, давайте, наверное, апнем и уберем карточку. Поставлю на первый посол. Пока так. И в Занзибар. Корица и гвоздика, знаете, я бы даже его засоюзил. Давайте купим в Тушпе эту клетку, но передадим по саргадам. И поставим здесь дамбу. Ну, потому что производство выше в пасаргадах, очевидно. А надо быстрее. Но это единственное место, кстати, где у меня затопление происходит. Так что у меня только одна дамба, в принципе, может быть. Получается. Не успел тут выбрать. Так, что там на нашем континенте, ребята, по ресурсам? Янтарь? У меня нет. Янтарь — отличное предложение. Я даже не знаю, что такое. Он янтарь. Есть у всех, он и на нашем континенте есть. Да, ну мы же за янтарь давайте. Такой янтарь. Опять не начисляются ученых? Да, давайте. Хмир, мы продлеваем союз? Конечно. Там еще Кхмер где-то есть. Еще три цивы не найдено. Ацтек, а ты вышел в эти... союзы? О, сметанка, у нас истек союз, кстати. Да-да-да, надо перезаключить. Кинешь? Удваивает инженера. Так, кто туда вложился? Неизвестный игрок. Миша. Миша вложился, ага. ГГшку захватили. Но мне нету смысла ни Хатусу, ни Акад захватывать. Можно про Лахор подумать, но он что-то выглядит... Дружбу. Выглядит как-то странно. Тоже, ну, в каких-то этих находится снегах. Блин, тут у варваров легионы ходят. Ужас. Страшно. Да, страшно, выключай. Я тут варварский лагерь заспамнил, наверное, в 10 квадрирем. Кстати, с повышенной зоной плюс 1, там плюс 2. Ну, акведук только здесь у нас. Вот, дайте я, наверное, поставлю тут акведук сразу. И, соответственно, сюда у нас промышленная зона идет. Ну... игра чисто на развитие, скорее всего, будет, если, конечно, каких-нибудь еще кто-нибудь коленец не будет выкидывать, потому что мне нету смысла Египет захватывать, он мой единственный нормальный союзник, и к нему плюс еще очень неплохие караваны бегают. А, так, из Экбатаны есть, из Тарса нету, так он, наверное, и так бегал уже, да? Из Герата есть. Давайте, наверное, уже к этому отправлять. Ходов до союза. Вот так. А, хорошо.
Ё-моё. Везде не успеваю. Так, ну мне тут надо убирать камень, очевидно. Сюда у нас будет ставиться. Тоже рабочего, значит, тут надо. А, вот у меня уже... А, нет, блин, я думал, сейчас выйду, слишком хорошую промышленную зону поставлю и выйду. Так, тут по пути. Что покупать? Посело-то. Да, давайте. Хочу уже последний город бахнуть. Спокойно. Слушай, а что я тут могу? Я могу только, наверное, фермы построить в будущем. Давайте я тут шахту сделаю. Там я бы хотел, конечно, оленей обработать, но нету денег выкупить лес. Выкупить клетку нету денег. Мир так, акведук. Кампус или промышленную? Я бы промышленную поставил. Тем более, что тут и то ставится, мне хватает жителей. Так, вот в очередь сделаю. Есть маячок. Так, тут строитель нужен, как я и сказал. Промышленное. Что с кампусом? Максимум плюс 2, да, у нас тут? Никаких вообще вариантов. А почему тут плюс 2 за счет районов? Ну, давайте. Я, конечно, на культуру мог бы. Ну, ладно, давайте торговцы тут быстро строятся. Так, и тут у нас нету нормального кампуса, да? Промышленная зона на плюс 2. Даже плюс 3 есть. Не, я не хотел бы этот камень убирать. Я поставлю... Хотя, подождите, тут, наверное, и кампус... А, кампус я туда ставлю, значит, промышленную зону здесь, да. Тут просто... Просто этот... Остров варварский, очевидно. Тоже можно заселять, кстати. Я еще и тут могу поставить. И, кстати, даже по лояльности, наверное, город будет стоять. Потому что тут вокруг, только если Мехико кто-нибудь захватит. Наверное. Бананы или... Нет, давайте бананы. У меня с плантации культуру дают. Так, значит, этот сюда идет. Тут мы... Вырубаем. Так, это под пасаргады, я думаю. Что тут третья клетка, поэтому пофигу. Что-то жалко пока дальше. Я боюсь просто встретить кого-нибудь. И одно очко, собственно, один ход и одно очко осталось. Поэтому неохота туда лезть. Так, Занзиба... О, Самарканд. Тоже. Союзить не буду, но трех отправлю, это точно. Самарканд бомбарду, Хатуса развлекательный комплекс, стрельцов и пикинеров, полководца. А что он дает? Плюс 2 золота за каждый соседний резкий, если ваши торговые пути, тут писано за каждый торговый куб... А, купола можно строить. Ну, такое. Так, вот здесь должен быть кампус такой на плюс 2. Да. Никакой. 5. Промышленная зона сюда.
Акведук получается сюда, ну и кампус. Блин, у нас кампус получается не... Блин, ладно, тут в любом случае строителя сначала. Это я уберу. Альгамбр. Так, я не встретил Форка, Мишу и Челинья. Так-то по развитию примерно одинаково, но сейчас закончится Золотой век, и мы посмотрим, сколько у кого... У меня ж нету кампусов, у меня вся наука практически от коммерческих районов и гаваней. 65 стало. А у индуса сохранилось все. Индус-то на кампусах сидит. Так... Каждый новый континент и чудо эпохи. Ну, кстати, я вроде континентов... А слушайте, а давайте возьмем действительно этот... здесь живут драконы. Районов не так много будет, торговых. Да, давайте. Я думаю, это нормально сейчас будет по очкам. Так, из Балха Вахитатон бегает, из Пасаргат Вахитатон. Давайте, наверное, где у нас жилье есть для того, чтобы отправлять? В городе они нету, в Балхе есть, я, собственно, туда отправляю, в Тарсе нету, в Тушпе, из Тушпы давайте. Я имею в виду, к Египту уже надо отправлять караваны. Так, в Тарсе тоже нету нифига. Не, ну ты шутишь. Молочко, ну за зачем? А что случилось? Что за Мендес, я не понимаю. Ну, как бы, эта территория нейтральная, я считаю. То есть, кто впервые закинул, тот и поставил. Я 7 ходов строил поселенца. А я его просто за веру купил. Понимаю. Тут, понимаешь, как у тебя с этим, с Монтесумой. Надо же было сказать. Подожди, понимаешь? Так Мейтел, у тебя тут куча территории вон сверху, что ты... Так я сейчас... Не, я все под городком. Алексей, ты мне говоришь? Мейтел, ну, французу. А, не, я под Бордо просто хотел поставить, чтобы здесь в реку, ой, в море выйти. Тут нет моря. А, это озеро, что ли? Ну, это такое большое озеро. Примерно. Так, надо, наверное, на автомат каравеллы ставить, потому что я не успеваю ходить, а исследовать надо. На автомат, это возвращается, ремонтируется, это на автомат... На автомат. Так. Меняем пока на внутренние торговые. Блин, там, конечно, внутренние круто. Но и учетные банки тоже. Я город еще не поставил. Мне последний город поставить. И, в принципе... Ну, Харат, короче, пока учетные банки давайте поставлю. Что-то там... Сколько ходов осталось? Давайте торговую республику как раз следующим ходом можно взять. И меркантилизм. Так, этого мы в Ракедет. В Акбатане у нас как с жильем? Вот из Акбатаны тоже можно отправить.
Ух ты, на плюс 5. Ну, это плюс 4 от рифов и 5 от двух районов, от центра города и от... Так, нафига мне библиотека? Мастерская. Ну, вообще... Эти... Амбар. Мастерская. Вот как-то так пока. Так, каравеллу, кстати, апнуть надо. Ну... Надо кочегарить науку теперь, да? Нам нужны кампуса везде, и, соответственно, в хатусу кампуса с универами и в хатусу послов. Давайте, наверное, даже я уже засоюжу ее. Мехико пока нету смысла. Занзибар хороший город, потому что он дает... А вот и плюс 3. На этом пока все. Спонсоры канала продолжение могут посмотреть прямо сейчас. Ссылка на плейлист со всеми сериями в прикрепленном комментарии. Для всех остальных оно появится завтра. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.